Масштабный международный проект Free Walking Tours продолжает действовать в Волгограде. Местных жителей и гостей города приглашают стать его участниками и присоединиться к бесплатным пешеходным экскурсиям по центру города. Интересные факты расскажут специалисты туристско-информационного центра Волгоградской области. Экскурсоводы проведут группы по аллее героев, по улице Мира и Гоголя. Главная цель проекта – знакомство горожан и туристов с историей и достопримечательностями Волгограда. Встреча состоится 20 сентября в 16:00 на площади Павших борцов.